саундбар совсем не любит провода. В этом видео познакомимся с саундбаром Yamaha YAS-408. Начнем с комплектации. Саундбар, беспроводной сабвуфер, пульт управления, оптический аудиокабель, два кабеля питания, комплект для монтажа на стену и документация. Ключевой момент в этом саундбаре – это умные фишки и способы подключения. Поэтому начнем с них. На тыльной стороне саундбара есть вход и выход HDMI, оптический аудиоразъем, джек 3,5 мм, порт Ethernet для подключения к интернету и USB, только для обновления ПО. Кроме того, тут встроены модули Bluetooth и Wi-Fi. Последний поддерживает и 2,4, и 5 ГГц. При подключении к интерфейсу саундбар управляется через мобильное приложение для iOS и Android. С ним можно забыть про комплектный пульт или сенсорные клавиши на корпусе саундбара. Кроме того, подключение к интернету позволяет системе работать с AirPlay. Это технология беспроводного вещания со смартфонов, планшетов и компьютеров Apple. Когда саундбар и ваше устройство в одной сети Wi-Fi, вы можете в любой момент запустить музыку или подкаст. Вдобавок, аудиопанель поддерживает сквозное разрешение 4К. Качество изображения не снизится, если к саундбару подключить ТВ-приставку или игровую консоль. А теперь о звуке. В саундбаре установлены 2 высокочастотных и 4 низкочастотных динамика, общей мощностью 100 Вт. Еще 100 Вт добавляет беспроводной сабвуфер. Что в итоге? Эта модель подойдет тем, кто ищет мощную беспроводную аудиосистему, а не только замену штатным динамикам телевизора. Особенно саундбар понравится владельцам девайсов от Apple за счет поддержки AirPlay. Для остальных есть обычный джек 3,5 мм и Bluetooth.